Приглашаем автора, чтобы не просто полюбоваться его работами, но еще и пообщаться с ним и задать интересующиеся вопросы, узнать. А я думаю, что вопросы сразу были. Я наблюдала за вами, когда вы смотрели выставку, там трогали, говорили, надо же, это что, это бисер? Нет, не бисер, а что это? Вот я думаю, что есть сейчас возможность узнать из первых уст. Я представляю автора выставки «Платье для вазы». Кириенко Ольга. В прошлом я работала кондитером. В моем авторском эссе вы там можете прочитать. Вот. И когда я работала, мне хотелось сделать что-то такое, что, ну, сами понимаете, тортик скушал и все. Ну, все, что можно, вот, вылепить и цветы, и вот украсить, и, ну, для себя, для дома, для... Вот там стоит очень большая напольная ваза, вот она тоже у меня дома стоит. Это моя любимая, я ее делала 2 месяца, эту вазу. Ее выставка, она вот как бы будет украшением нашего музея на февраль месяц. И у вас будет возможность прийти в любое время, если у кого-то будет плохое настроение, просто, да, постоять у работы, отдохнуть, может быть, что-то для себя взять.